друзья, сегодня четверг вечер, и я вышла по делам. Ну и покажу вам, что же есть на пятничном рынке. В полном объеме будет работать. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня четверг вечер, я нахожусь на пятничном рынке. Сегодня он уже начал работу. Иду сейчас в магазин тканей, хочу кое-что там приобрести. И покажу вам, что творится у нас тут на улице Аланьи вечером. Уже, кстати, не так жарко, но днем жарит просто нереально. Ну и в конце этого видео покажу вам цены на фрукты и овощи на пятничном рынке, который начинается, кстати, в четверг. В описании смотрите видео, где я рассказывала о ценах, по-моему, в июне месяце, в начале июня, и там есть ссылки на все рынки, которые есть в Аланье и в окрестностях. Ну а сейчас давайте пройдем по улицам и посмотрим, может, найдем что интересное. Вот так вот, выйдя из офиса, я встретила подписчиков из Москвы. Лера, Костя, Саша. Вы какой раз приехали в Аланью? В Аланью первый, а в Сиде отдыхали уже 4 года назад. И как вам? В Сиде не очень, а здесь прям... Ну, потому что здорово. Здесь больше да, всего. В городе. После такого отдыха уже как бы не хочется ехать куда-то. Вот. У нас сейчас друзья отдыхают в этом. Гипсофилы. Гипсофиле? Мы с ними сюда тоже приезжаем. Мы с ними встречаемся. Они говорят, что там вообще песка зеленая. Чтобы не сходить. Вы молодцы. Ребята, берите все пример вот с этой семьи, потому что они молодцы. Они не только сидят, у вас отель All Inclusive, да? Да. Они не только сидят в All Inclusive, но они ездят, все смотрят, развлекаются. Ничего. Молодцы, молодцы. Вот так и надо отдыхать. Потому что мы с Айханом, когда отдыхаем, мы то же самое. Мы максимум 2 дня в одном городе. Ну, с ребенком нам немножко потяжелее. Как тебе Аланья? Нравится? Да. Купаешься? А, Аланья. Тут мне так радуется, когда это... О, Аланья спор. Как вам море? Теплое, но у нас на пляже камни, я вот себе все ноги обдала уже в камни. Ну, есть такое, да. В следующий раз приедете, берите на Клеопатре. Да, мы уже подумали, что... Мы думали вообще апартаменты. Мы на ужин-то были 1 раз. Да, мы с Сиригой ужинаем, получается, в городе, потому что... Тогда вам All Inclusive точно не нужен. Берите апарт-отель. Там есть и кухонька, и гостиная, все. И как раз на Клеопатре их очень много. И в обе. И недорого. Берите лучше Клеопатру, да? Потому что там тоже в обе пляж, где-то камни, где-то песок. Клеопатра вообще сама лучше. И цены такие более или менее. В общем, вы тоже приезжайте в Аланью. Ребята, советуете? Да. Ну что, друзья, вот так вот, гуляя по улицам Аланьи, я случайно встречаю своих подписчиков. Сейчас пойдем, кстати, я проголодалась, Айхан пошел на курсы вождения. И сейчас мы сходим... давайте сходим в мою любимую кафешку. Сейчас посмотрим. Я, конечно, кушать не буду, но сейчас посмотрим, что Махмуд Уста, что он сегодня дает покушать. Может быть, когда Айхан вернется, мы туда посмотрим, какой у них сегодня рацион. Ну и потом я вам говорила, я иду в магазин ткани кое-что купить, потому что этим летом я ношу только белые рубашки и хочу как-нибудь украсить. Ой, посмотрите, какие котики. Рыжий, какой классный. Посмотрите, они все такие добренькие. Как тебя зовут, котик? Ты чей? Ой, какой красавец. Посмотрите на рыжего. Просто царь. Ау. Ну что ты? А большие такие, красивенькие. Так, ладно, пойдем смотреть еду. Сейчас посмотрим, здесь ли наш. Так, обед, кстати, уже закончился, но сегодня у них рис, фасоль, угиневар, баклажан, курица, какой-то лесной кебаб, кабачок свежий и вареная курица с картошечкой. Ну, конечно же, фасоль, рис, традиционный аланийский суп, и еще вот такой вот суп, который я... И суп с чечевицей. Хешевар. Кабак. Ben sadece geziyorum. Tamam, afiyet olsun. Belki Ayhan ile biraz sonra geliriz. O şey, sürücü курсları. Донор вар, tamam. В общем, друзья, вот так вот выглядит самый обычный турецкий ресторан. Здесь, кстати, расположена у нас ветеринарка. Но я иду. Вот здесь ветеринарная больница. Кто не знает, прям в центре Аланьи. Здесь можно сделать прививки, приобрести всякие аксессуары. И сейчас, здесь, кстати, недалеко расположен мой врач зубной. Но сейчас мы идем в магазин с тканями. Здесь продаются мясо. Вот так вот. Мясной лавки. Мясо сколько стоит, не знаю. И пишите в комментариях, если хотите отдельный обзор на мясную лавку, я сделаю. Здесь у нас аптека. Постепенно начинает наполняться пятничный рынок. И, друзья, здесь есть магазин тканей, где я всегда покупаю ткани, очень классные. И, кстати, я делала обзор на этот магазин, ну такой не очень большой, и на магазин с пряжей, поэтому можете посмотреть. А сейчас мне нужна ткань с пайетками. Есть вот такая, есть вот такая. Но мне нужна либо белая, либо серая. Не знаю. Интересно, сколько она стоит и в какую цену. В общем, пишите, если вам что-нибудь понравится. Вот такая вот золотая тоже есть. Сейчас посмотрим. А, смотрите, здесь много разных. И даже не однотонные они для каких-то интересных платьев. Сейчас узнаем. Даже вот такая вот какая-то вышивка. Но вы знаете, турчанки очень любят всякие интересные вещи с блестяшками. И, ну вот они, ткани с пайетками, которые мне нужны. Я уже вижу фиолетовые. Я не знаю, можно мне туда пройти или нет. Черные. Вот такого плана. Сейчас посмотрим. Вот как раз, да. Вот такая вот мелкая мне нужна. Как раз мой цвет есть. И серенькая тоже есть. Сейчас прикуплю себе, а потом покажу вам, для чего я ее покупаю. А так в этом магазине очень-очень много разных тканей, поэтому ссылка будет в описании. Приходите, покупайте. Друзья, в этом магазине всегда происходят очень странные вещи. В один день приходишь, все очень дружелюбны. Сегодня я пришла, было такое ощущение, что продавщица мне даже продавать ничего не хотела, поэтому я ничего и не купила. В общем, сейчас просто прогуляемся еще чуть-чуть. Вечер наступает, вечер. Очень классно, прохладно. Не знаю, в какую сторону пойти. В ту сторону пойти или в эту. В ту сторону мы уже ходили. Давайте пойдем тогда в эту сторону, как раз в сторону рынка, потому что я вам обещала показать цены. Вот здесь на рынке уже начинается рынок. Такие небольшие лотки. Здесь бананы по 4 лиры, по 3 лиры, черешня 3 лиры. В общем, рынок достаточно длинный, в ту сторону я обычно не хожу. А здесь можно прогуляться, посмотреть, что продает местное население. Наверное, цены, наверное, упали даже по сравнению с началом июня. Быстренько покажу вам. Перец, яблоки, баклажаны, абрикосы 5 лир, слива 3, 5 лир бананы, абрикосы 5 лир, помидоры 4. Огурцы, фасоль красная, черешня, яблоки. Так, уже начались яблоки, надо покупать свежие яблоки. Авокадо еще нет, мераба. Арбузы. Арбузы обычно вот с этой стороны. В пятницу здесь очень много народу. Сейчас килограмм арбуза 80 курушей. Завтра будет дешевле. Дыня 3 лиры. Арбузы килограмм. Bir tane mi bir kilo? Kilo. Karpuz Astrakhanski. Astrakhanski değil. Manavgatski. Şutka. Şutka. Nereden karpuz var? Manavgat. Manavgat. Nereden, ne zaman başlıyorlar karpuzlar? Ne? Mevsim ne zaman başlıyor? Mevsim başlayalı bir ay, bir hatta neredeyse. Mayıs'ta değil mi? İlk ay oluyor. Evet. Nisan'da geliyor Adana'dan. Şeyden. Nisan'dan. Mersin'den. Teşekkürler. Вот такой вот. Evet, ücretsiz tanıtım yapıyoruz. Вот такой вот приветливый продавец арбузов сказал, что астраханский, но я его сразу раскусила, что они не астраханские, а манавгатские. В общем, надо мне тоже купить бананы. 4 лиры. Нектаринчики очень вкусные и сладкие, друзья. Я останавливалась и сейчас буду покупать. Друзья, вот у этого милого человека я покупаю бананы и нектарины. И сейчас он расскажет про свои фрукты. Mustafa Bey, muzlar nereden geliyorlar? Muzlar buranın, Alanya'nın yerli muzu. Açık tarla muzu. Açık organik, tarla. Açık tarla muzu, sera muzu değildir. Açık muzdur. Çok güzel, tatlıdır, lezzetlidir. Aha. Bir muz ağacı kaç sene yaşıyor? Bir sene yaşar. Bir sene. Bir muz ağacı bir senede verir, ondan sonra kesilir. Ha, sadece bir kere evet. Şey veriyor. Onun dibinden enikleri çıkar, fidanları çıkar. O fidanlar öbür seneye verir. Ha, o zaman komple atmıyorsunuz, sadece komple fidanlar. Atmayız. Onların dibinden, büyük şeylerin fidan. Dibinden ufak enikler çıkar, fidan çıkar. Onlar büyür, aha. O büyük şey kesilir, ha, o devam ediyor. Yetişir. Ha, tamam. Ve nektarinler, onlar nereden geliyorlar? 551 sizden bunlar... mi? Ne? 551 beraber çalışıyoruz. Evet. Onu bir... Tamam. Tamam. Bunlar Bucak tarafından geliyor, Kumluca tarafından geliyor. Kumluca? Kumluca'dan geliyor. Oo, Kumluca güzel. Şu anda oradan geliyor bunlar. Ve... O ikisi de aynı oradan geliyor. Aynen. Tamam, teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkürler. Вот такие вот милые люди работают на рынке. Купила я вам его бананы и нектарины, очень вкусные. И сейчас уже иду обратно по направлению к офису. Капуста, очень вкусная, красная капуста. В общем, вот так вот выглядит рынок. Вот так вот выглядит рынок сегодня. Из фруктов мы видели только черешню, клубники. По-моему, клубники уже нет. Сейчас, видите, вот эти вот лотки еще пустые. Здесь завтра будет картошка. И на месте, где продают обычно клубнику, сейчас продают черешню. Но и чуть-чуть клубники, цен на клубнику нету. Есть зелень 3 лиры. Ну, друзья, в четверг всегда дороже, чем в пятницу. Конечно, не все, но бывает. В общем, вот так вот я сходила на рынок, вышла на улицу всего на час, но оказалось очень интересно. Встретила подписчиков, одну семью из Москвы и одну женщину на рынке, к сожалению, не помню, не спросила, как ее зовут, она быстро ушла. И прогулялась по рынку, купила различные фрукты. Поэтому, друзья, обязательно приезжайте в Аланью. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.